Приветствую всех, вы на канале Инстардинг Новости. Сегодня мы поговорим об очередных перепалках Илона Маска в Твиттере, а также в выпуске будет куча роботов и других интересных технологических новостей. Поэтому досмотрите это видео до конца. Приятного просмотра, поехали! Илон Маск и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин продолжают перепалку в соцсетях. Напомним, что изначально гендиректор Tesla и основатель SpaceX в своем твиттере бросил вызов президенту Путину, предложив ему провести поединок, и получил в ответ от Рогозина цитату российского поэта Александра Пушкина, на что Илон Маск ответил: «А вы закаленный переговорщик, хорошо, вы получите на 10% больше выручки от продаж прав на трансляцию». К своему ответу Маск прикрепил мем «Выбери своего бойца». На фото предстали президент России на медведе и сам основатель SpaceX во время испытания огнемета The Boring Company. Он даже может прихватить с собой ручного медведя, отметил миллиардер в соцсети. После он предложил создать общий книжный клуб и процитировал Федора Достоевского и его роман «Идиот». Глава Роскосмоса обратил внимание на замечание Маска, а Рогозин ответил на его претензии о сложных переговорах, прикрепив старый твит самого инженера. В ноябре 2021 года Маск признался, что половину всех твитов пишет, сидя на фарфоровом троне. И Рогозин, собственно, написал: «Илон, слезай с унитаза, тогда и поговорим». Едем дальше. На протяжении 75 лет экономически выгодная реакция термоядерного синтеза остается для человечества вне досягаемости. Однако перспективы этой технологии настолько велики, что ученые и инженеры не оставляют попыток. 3,5 года назад британская частная компания Tokamak Energy доложила о прорыве в коммерциализации термоядерной энергии. Их Tokamak впервые нагрел плазму до 15 миллионов градусов. Теперь температуру в сферическом термоядерном реакторе удалось поднять до 100 миллионов градусов, как в центре звезды. Tokamak ST-40, построенный на частные инвестиции компании Tokamak Energy, обошелся всего в 70 миллионов долларов. Он спроектирован не в виде тора, а сферическим из соображений компактности. В таком случае магниты находятся ближе к потоку плазмы, поэтому могут быть меньше и расходовать меньше энергии, генерируя более интенсивные поля. Вдобавок ST-40 использует высокотемпературные сверхпроводящие магниты из редкоземельного оксида бария меди. Они работают при температуре от минус 250 до минус 200 градусов по Цельсию, то есть их можно охлаждать жидким азотом, а не более дорогим жидким гелием. Достижение отметки в 100 миллионов градусов для небольшого и недорогого коммерческого токамака – значительный шаг вперед. Следующим станет разработка более продвинутого реактора ST-HTS, который Tokamak Energy планирует сдать через несколько лет, а в 30-х годах появится и первая электростанция. Далее поговорим о роботах. Новый двуногий робот iCap 3 используется в качестве дальнего аватара для своего оператора. Разработанный в итальянском технологическом институте, двуногий iCap 3 имеет в общей сложности 53 проводимые в действии степени свободы. Его голова включает в себя поворотные стереокамеры, которые служат глазами, двойные микрофоны вместо ушей и анимированные линии светодиодов, которые представляют его рот и брови на его лицевой панели. Тактильные датчики на кончиках пальцев дополнительно дают роботу чувство осязания. Он на 25 сантиметров выше и на 19 килограмм тяжелее, чем предыдущие модели. Его максимальная высота составляет 1,25 метра, а его вес достигает 52 килограмма. Другие улучшения включают аккумулятор большей емкости, более мощные моторы ног для более быстрой ходьбы, лучший, более человеческий баланс и передвижение. Плюс новая камера с датчиком глубины. Для демонстрации робот был расположен в итальянском павильоне 17-й международной архитектурной выставки в Венеции, а его оператор находился в 300 километрах от лаборатории. Для их соединения использовалось стандартное оптоволоконное соединение. Оператор использовал набор носимых устройств, известный как система iFeel. Эти гаджеты включают в себя несколько инерциальных измерительных блоков, размещенных в разных местах на комбинезоне. Перчатки, которые одновременно отслеживают движение пальцев пользователя и передают тактильные ощущения от подушечек пальцев робота. А также VR-гарнитура, которая отслеживает мимику пользователя, движение век и глаз, улавливает его голос, плюс позволяет видеть то, что видит робот, и слышать то, что он слышит. Кроме того, оператор стоял в VR-установке, которая позволяла ему ходить на месте. Такое сочетание технологий позволило роботу стать аватаром для оператора, когда он ходил по павильону, разговаривал с экскурсоводом-человеком, пожимал ему руку и даже обнимал его. Для последнего предусмотрены блоки тактильной обратной связи в туловище оператора. Боди позволил оператору почувствовать это объятие. Все происходило в реальном времени с задержкой всего в несколько миллисекунд.
Далее будет пару новостей о роботехнических аналогах животных. Начнем мы с робота-гепарда из MIT. Четвероногий робот, созданный инженерами MIT, побил собственный рекорд, разогнавшись до 14 км в час благодаря новой системе обучения с подкреплением, которая позволяет машине самой определять оптимальный способ бега и адаптироваться к сложному ландшафту без вмешательства человека. На видео видно, как робот врезается в препятствие и поднимается на ноги, преодолевает препятствие, бежит с одной поврежденной лапой и приспосабливается ко льду и гравию. Такая адаптивность стала возможна благодаря простой нейронной сети, которая может оценивать новую ситуацию в зависимости от того, насколько серьезные испытания она представляет для системы. Когда робот бежит с максимальной скоростью, он работает на пределе возможностей, что крайне затрудняет моделирование. Это значит, что машине сложно адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Поэтому инженеры MIT решили разработать робота, который будет учиться на собственном опыте. Причем обучение не обязательно должно происходить в реальном мире. Симуляции позволяют ему за 3 часа накопить опыт 100 дней бега, стоя на месте. Далее мы поговорим про японскую компанию Kawasaki, которая разработала робота козу по имени Bex. Машина была представлена на прошлой неделе в рамках международной выставки роботов, проходившей в Токио. Источником вдохновения для создания робота Bex послужили горные козлы и ибиксы, обитающие в некоторых частях Евразии и Африки, и известные за свою возможность без проблем буквально бегать по горам и лазать по крутым склонам. По лесам, полям и другой пересеченной местности Bex способен передвигаться на своих четырех конечностях. Там, где поверхность позволяет, Bex можно трансформироваться, буквально становясь на колени и передвигаться с помощью вмонтированных в ноги колес. Грузоподъемность робота-козла Bex составляет до 100 кг. Он может перевозить людей и различные грузы. Машина может передвигаться самостоятельно, либо управляться человеком. При этом в последнем случае это происходит аналогично тому, как человек управляет оседланной лошадью. В Kawasaki считают, что Bex можно использовать для инспекции в различных индустриальных зонах. Ультразвуковая панель добавляет VR-тактильную обратную связь в воздухе. Тактильная обратная связь может дать играм и другим виртуальным впечатлениям дополнительное измерение, но этого трудно достичь. Технический стартап Emerge теперь пытается реализовать эту идею с Emerge Wave 1, устройством, которое соединяется с гарнитурой виртуальной реальности и излучает ультразвуковые волны, которые позволяют пользователям ощущать виртуальные объекты и ощущения. Emerge Wave 1 представляет собой панель размером 26 на 29 сантиметров, которая располагается на столе и проецирует трехмерный объем ультразвука в воздух над ним. Когда вы держите руки над устройством, вы можете почувствовать эту силу в виде тактильных точек, которые простираются на 3 фута над панелью и распространяются на 120 градусов вокруг нее. Идея состоит в том, что эта тактильная обратная связь должна сопоставляться с виртуальными объектами, которые вы видите через гарнитуру VR. Система Wave 1 синхронизируется с приложением Emerge Home, которое будет включать ряд игр и социальных приложений, специально созданных для этой системы. Ни одному из приложений не нужны никакие контроллеры, кроме собственных рук игрока, которые отслеживаются с помощью датчиков отслеживания рук MetaQuest 2. Проблески игр до сих пор выглядят так, как будто пользователи будут взрывать астероиды энергетическими лучами, распылять воду на сельскохозяйственных животных или прыгать шарами на большой арене, похожей на пинбол, со всеми этими действиями, сопровождаемыми силовой обратной связью на руках. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поставьте ему лайк, пока есть такая возможность, друзья, потому что вскоре YouTube обещает заблокировать на территории Российской Федерации. Мы в любом случае найдем выход из этой ситуации и продолжим вам вещать о интересных новостях из технологического мира. Также не забывайте подписываться на наш канал и жать колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Также обязательно подписывайтесь на все наши полезные ресурсы, ссылки вы найдете в описании. На этом я буду с вами прощаться. С вами был Андрей, канал Инстардинг Новости. Я всем желаю мирного неба над головой, берегите себя и своих близких. До скорых встреч!